Всем привет! Вы на канале Алко Парфюмер, и сегодня мы сравним два достаточно дорогих бленда от достаточно известных брендов. Это у нас будет Blue Label от Johnnie Walker и Royal Salute от Chivas Regal. Ну что, давайте начинать! Как видите, по прозрачной бутылочке Blue Label я уже как следует его распробовал, и мне уже есть что сказать. В бутылке Royal Salute ситуация абсолютно такая же. Примерно столько же его осталось. К сожалению, этого не видно. Давайте начнем разливать виски. И начнем мы с бутылочки Blue Label. Она идет из такого вот синего, такого голубого стекла. Синяя этикетка Blue Label. Снизу золотая этикетка. Это у нас будет Blue Label. А это золотая этикетка, синяя бутылка. Вообще они идут еще в зеленом цвете и в красном цвете, поскольку этот бленд был создан коронацией Елизаветы. Мы здесь видим такие пушки. Они символизируют выстрелы, залпы. Почему Royal Salute? Потому что это королевский салют был из 21 залпа, поэтому минимальный возраст 21 год. И на короне Елизаветы в момент коронации присутствовало три вида камней. Это были изумруды, соответственно, зеленый, рубин красный и сапфир, как у нас в данном случае такого синего цвета бутылочка. Пробка и в одном, и в другом случае из целой пробки. Сама пробка достаточно увесистая, как будто металлическая. А здесь вообще-то в Blue Label из прессованной крошки клеенной, и сама крышка исполнена из простого пластика. Что касается крепости, в Blue Label у нас 40% крепость, ровно так же и в Royal Salute у нас тоже 40% крепости. И один и другой виски — это бленд. У меня уже есть отдельный обзор на Blue Label, отдельный на Royal Salute, и на момент того, как бутылочки начали подходить к концу, я решил столкнуть их лоб в лоб. По отдельности я на 1 балл оценку выше поставил Royal Salute. Хочу узнать и показать вам, так ли это на самом деле. Хочу заранее сказать, что я считаю, что оба этих бленда не стоят своих денег. Они стоят порядка 15 тысяч, и один и другой плюс-минус, где-то дороже, где-то дешевле. Но за эти деньги, мне кажется, можно выбрать виски поинтересней. Поэтому давайте приступим уже к дегустации. Начнем мы с Blue Label. На цвет, кстати. На цвет эти виски абсолютно одинаковые. Ну, понятно, они оба подкрашены. Поэтому давайте сразу переступим к аромату. На первом плане чувствуются спелые фрукты. Есть небольшой дымок, причем даже скорее это уже такой потухший костер. Да, это скорее какими-то золой и мокрыми углями пахнет. Ну и мед здесь присутствует, такая сладость медовая. То есть, по сути, фрукты, мокрые угли, зола и мед. Давайте Royal Salute на аромат. Здесь тоже присутствует фруктовость, но фрукты такие, как будто они подкисли, подбродили. Зато дымка здесь побольше. Ну, как мне кажется, по крайней мере. И здесь такие угли, которые только-только затушили. Какая-то выпечка присутствует. Цитрусы есть.
вернусь к Blue Label. Здесь более свежие фрукты. Так, возьму левую и правую так, чтобы не перепутать. Здесь такие подкисшие фрукты. Здесь посвежее. Здесь медовость присутствует. Здесь скорее цветочность какая-то. Здесь скорее слабый дымок, а здесь такая зола с углями. Здесь присутствует еще аромат выпечки. Но, честно сказать, этот аромат как будто мне более симпатичен. Но, по сути, плюс-минус я им равную оценку поставил. И можно для блендов. Для блендов это очень хорошо. Чувствуется, что здесь и в одном, и в другом достаточно высокий процент солодовых спиртов. И за аромат я поставил и одному, и другому по 22 балла. Пускай будет так. Давайте перейдем ко вкусу. Копченое мясо на первом плане. Фрукты присутствуют во вкусе тоже. Чуть менее выражены, чем в аромате. Зато копчености намного больше во вкусе. Давайте еще глоточек. Медовость присутствует. И специи, такие как имбирь, перчик. Финиш у него короткий. На финише вылазит горечь, неприятная достаточно. И за финиш, в принципе, я ему ставил на прошлом обзоре достаточно низкую оценку. И помимо этой горечи, фруктовая сладость и копченость остается, но очень короткий. Ну, давайте перейдем ко вкусу Royal Salute. Тоже такой подкопченый бекончик присутствует, менее выраженный, чем в Blue Label. Фенолов поменьше по ощущениям. Имбирь. Давайте еще глоточек сделаю. Орехи. И фрукты присутствуют, но в отличие от аромата, в аромате они такие забродившие, подкисшие, а во вкусе достаточно свежие. На финише остается дыма совсем чуть-чуть, вот этой копчености фенольной. Орехи остаются. И имбирь. Имбирь тоже еще на финише присутствует, но финиш тоже чрезвычайно короткий. За финиш я уже не помню, кому-то ставил на балл меньше, кому-то на балл больше. Но сейчас я бы их уравнял. Если бы я выставлял оценку, попробовав их вдвоем, то я бы поставил одинаковый балл им за финиш. Но все-таки хотелось бы выбрать победителя, поэтому давайте еще разочек сравним их лоб в лоб. Какое-то яблоко, даже не яблоко, а, наверное, айва какая-то в аромате появилась у Blue Label. А в Royal Salute, возможно, сухофрукты присутствуют на фоне вот Blue Label. Вначале мне даже чуть больше понравился как будто Blue Label, нежели Royal Salute, но сейчас аромат Royal Salute мне нравится больше.
ну, не сказать, что сильно больше, разница достаточно ювелирная, но чуть больше точно. Давайте на вкус. На вкус мне как будто больше нравится Blue Label, но Royal Salute более интенсивный. Такое ощущение, что у него крепость побольше, и он более насыщенный, чем Blue Label. Интересно. Этот явно чуть более торфяной, более фенольный, чем Royal Salute. Но финиш короткий, очень короткий. А по вкусу мне все-таки больше нравится Blue Label. Royal Salute такой, там как-то более фруктовая составляющая. Мне нравится, что в этом побольше фенольности. Хотя я уже далеко не большой любитель фенольных виски. Уже как-то поднадоело. И мне на самом деле нравится как-то больше хересные. Послевкусие такое же короткое, что у одного, что у другого. На самом деле они плюс-минус одинаковые. Насколько я помню, на один балл я дал больше Blue Label. Наверное, в этот раз я бы сделал бы то же самое. Все-таки он мне все-таки нравится чуть больше. Но самый главный мой спич в том, что оба этих образца, как по мне, совершенно не стоят своих денег. То есть 15 тысяч, ну там, даже, по-моему, самую большую акцию, которую я видел на Blue Label, это 1008 можно было его взять. Не знаю, возможно ли это сейчас, но даже за 8 я бы выбрал что-то другое, нежели его. Но, наверное, если выбор был бы из этих двух, то я бы, наверное, все-таки выбрал Blue Label. Поэтому я оставляю оценки, ранее поставленные им. Если хотите узнать, какие оценки, то посмотрите мои предыдущие видео. Не пугайтесь, там была съемка от первого лица, такой, знаете, шутер от первого лица, алкогольно-парфюмерный. Ну, а сейчас я оставляю, наверное, то же самое. Этому я, по-моему, ставил 81 балл, а этому 82 балла. Для бленда отличные бленды, качественные. Чувствуется большое содержание солодовых спиртов. Для блендов это просто отличные бленды, но, опять же, знаете, например, Black Label тоже достаточно неплохой бленд, но он стоит намного дешевле, а по акции его можно взять вообще за копейки. За эти деньги однозначно можно взять интересные солодовые виски. Ну, а на этом, наверное, я закончу. Подписывайтесь, обязательно ставьте лайки, давайте накормим алгоритм YouTube лайками, поможем продвинуть это видео, и всем пока!